Че, управляем ушел, нет? Его занесло. Сегодня в 3 часа ночи под покровом густой уральской тьмы на скользкой улице Шевской возле строения 2А приключился лютейший, но волею небес не смертельный замес. В очень сильно неравном бою белая уберовская таксишка на базе Рено Логана выступила против значительно более тяжелой фуры Вольво и вообще стационарного дерева. Эффектный полет Логана хорошо бы посмотреть на записи с регистратора, да жаль нет. Но вообще это было почти кино. Очевидцы описывают эту красотень так. Рено Логан катился по Шевской со стороны ЖБИ к фронтовым бригадам. На скользком затяжном повороте легкий болид закрутило, вынесло на чужую и бросило кормой в правый угол морды первой встречной синеголовой фуры Вольво. Казалось бы, ох, но это было только начало ужаса. После удара о тягач Логан продолжил вращение. Проскреб с легонца фуре металлический отбойник под брюхом, стукнулся о бордюр, подлетел и уже на этот раз своей мордой воткнулся в дерево. Причем нанес растению резаную рану на высоте 1,5 метра над уровнем тротуара. Оттолкнувшись от представителя флоры, мятый и битый с обоих концов Логан вернулся обратно на трассу и окончательно убился, а заднее колесо полуприцепа Вольво. По картинке видно, что от Логана мало что осталось. И при всем при этом в нем находились два живых человека. 28-летний таксист Юбералис и 19-летний пассажир, сидевший по диагонали от него на заднем диванчике у правого борта. И прикиньте, оба выжили. Понятное дело, что в этом белом металлоломе, чтоб не сказать металлологане, обоих разумных очень сильно зажало. И выколупывали их из останков болида спасатели МЧС с их гидравлическим специнструментарием. Чудом выживших, ну почти как Ленчик Ди Каприо, мужчин на каретах увезли в реанимацию ближайшей 23-й клиники. Пилот Вольвовод, как видно в этом сильно неравном бою, здоровьем не повредился. Хотя, конечно, из-за вынужденной остановки расстроился. Он-то по гололеду ехал тихонько-тихонько, понимая, что на таком подмерзшем асфальте его фуру-дуру занесет с тяжкими последствиями. Сам все правила соблюдал и все равно попал в замес. Но главное, он-то остался цел и даже смог прокомментировать это ужасающее, но эффектное ДТП. Не, ехал потихонечку. Катушка, все крадутся потихонечку, видно. Специально обочинку держал, здесь все-таки как-то снежок еще, кажется. Легче держаться. Вообще управляем ушел, нет? Его занесло. Вот, скорее всего, в повороте газульку бросил, вот его и понесло. Передний привод, наоборот, насколько давал. Понимаю, про что я говорю. Они шевелились. Обоих доставали, нет? Да. Обоих.